Торжественное мероприятие в Рязани 4 ноября откроются зеленые акции. Накануне Дня народного единства в каждом районе города будет высажена по еле. Это 4-метровые ели, родом они из Перми, доращивались в Подмосковье в питомнике. И 3 числа марафоном будем сажать эти ели, так как приедут они из Московской области, ком земли составляет 100 килограммов. Сажать будем с помощью подъемников, потому что они уже большие, взрослые ели. Ну, дерево дружбы. Основные гуляния пройдут в Рязани в день праздника. Откроются они в 8:30 молебном и литургии в Казанском монастыре. Затем горожан приглашают на улицу Почтовую, где с 13 часов начнут работать 12 интерактивных площадок. Мы учли все интересы и активность наших граждан. Мы провели круглый стол. Мы провели интернет-голосование на портале, на сайте управления культуры, где поступило очень много заявок от участников, от желающих принять участие в нашем празднике. И, скажем так, в этом году мы сделали наш праздник доступнее. Организаторы позиционируют гуляния на Почтовой как семейный праздник. Здесь каждый сможет найти себе занятие по душе. На центральной сцене выступят творческие коллективы. В областной детской библиотеке для юных гостей праздника будет работать кинозона. Рядом фотовыставка «Лица города». Горожан ждут музыкальный калейдоскоп, акции по взвешиванию, а также массовая зарядка, которую проведут тренеры фитнес-центров. В случае хорошей погоды конкурс рисунков на асфальте обещают провести на улице. В случае, если ветер и дождь возьмут свое, организовать мобильные мольберты прямо на Почтовой. Финальным аккордом торжеств станет танцевальный флешмоб, который объединит всех участников праздника.